Виват Музыка, Гомельская областная филармония открыла 53-й концертный сезон. Свято стало подарунком аматорам выканаўчага мастацтва в Международный день музыки. Классика, джаз, фольклор, рок. Программа была вельми разностайной. Напэўна, это один из редких выпадков, коли в рамках одного концерта слухач мае магчимость насолодиться музычным ассорти. С подробязностями Евгения Кухаронок. У фойе грамадско-культурного центра гостей вечера сустракая камерный оркестр под кіраўніцтвам дирижера-виртуоза Андрея Глазянкова. Это сапраўдная редкость так близко поглядеть на выканаўчае майстерство музыкантов. Разом с гэтым на великом экране афиши новых творчих проектов филармонии, различенные на слухачу с самого розного узросту. 53-й концертный сезон филармония открывает как нельзя лучше и со всеми своими новыми проектами, в сотрудничестве со многими театрами и солистами, и исполнителями. Также у нас на будущий год достаточно много мероприятий, которые хотелось бы, чтобы все посетили и с превеликим удовольствием. Покуль мы писали интервью, дирижер оркестра отложил бок палочку, взялся за инструмент и вышел до публики. Такого повороту подей гости навыты не чакали. Оказалось, что Андрей Глазянков виртуозно володая 6 музычными инструментами, и выклики на бис были предсказальные. Дарэчы, по звороту гамельчан, один из минулогодних проектов, все лето музыканты и вокалисты филармонии так само сыграют на бис. А махчима выступить с программой у райцентрах региона, у планах так само покорить столичную публику. Оркестр в этом году очень много гастролирует. Толчок этому дала программа «In Rock Style», которую мы презентовали в феврале месяце. И она настолько оказалась востребованной, что мы дальше продолжаем работать в этом же стиле. И у нас сейчас предстоят с этой программой гастроли в Бресте, в Чернигове, в Гомеле. Мы по многочисленным просьбам зрителей повторяем этот концерт 18 октября в ДК «Железнодорожников». И в следующем году мы собираемся работать в этом же направлении и выпустить вторую программу, которая тоже будет называться в стиле рок, но это уже будут, наверное, русские рок-хиты. Сучасная сценография, виртуозное выканание шедевров сусветной музыки, неверогодные голосы. Усё объединялось у одиную музычную феерию. На сцену гэты вечер вышли усе коллективы филармонии. Разом и по особку яны дарили незабывные уражанні. Повенчаваць гамельчан и артистов филармонии с Международным днем музыки приехали шановные гости, лидеры белорусского гурта «Лепреконсы». Только в музыке есть гармония, пускай она будет в ваших душах, сердцах. Вот. Музыка – это такая великая созидающая сила, поэтому, конечно, мы представители такого более популярного направления, частушечного. Ну и в наших песнях тоже есть что-то бодражащее, веселящее и заставляющая танцевать и двигаться. Музычные программы, подрыхтованные Гомельской областной филармонии, расписаны на несколько месяцев наперед. Тем, кто не смог разделить первое свято сезона с артистами, раем сачить за афишей и робить свой выбор на корысть музыки. Евгения Кухаронок, Ігор Марышченко, телерадио, компания «Гомель».